Луганский спецбатальон «Тимур», действующий в структуре МВД и призванный защищать Украину от активистов, потерпел фиаско. Железный командир и его отряд, прибывший в город Счастья якобы для прохождения спецподготовки, получил отпор от местных жителей. В результате столкновений было применено огнестрельное оружие, есть пострадавшие. Смотрим, проверяем, что за люди прибыли в нашу школу милиции. Около 30 человек прибыло. Сейчас вот молодого человека еще посмотрим. И я хочу, не вижу человека, который нож возле школы милиции перед нами крутил, показывал. Меня спросили, кто за нож. Молодой человек, не вы мне нож показывали? Надо теперь на шифру. Конечно, сейчас надо просто человека, которому показывать. Я прошу прощения, давайте дальше продолжим. Смотрим, вот смотрят, смотрят. Сотрудники милиции приехали. Приехали грубить людям. Мы сотрудники милиции, приехали учиться. Есть удостоверение, могу показать. 4 дня обучения всего лишь. Интересное. Вот 1 мая 4, а потом еще можем... Вот. Удостоверение личности. Прапорщик милиции. Вот. Милиция. А что мне в глаза смотреть? Я смотрю всегда в глаза. Конечно. Прапорщик милиции. Мы местные все люди. Я с Луганска. Да, с Луганска. А кто вас сюда позвал? Милиция. Кто? Мы в милиции служим. Мы приехали сюда на переподготовку. Я Тимур. Я сказал вам, вы не слушаете меня. Да нет, если мне сказали, что вас не пропускают, не допускают. Я не могу понять. Это, мне кажется, люди все проплаченные. Мне кажется, что это спровоцированная акция. Нас, сотрудников, не допускают на учебный центр. Нас же, МВД. Я не могу понять причин, почему. Объясните. Женщина говорит, нож видели какой-то. Вы посмотрите, вот ходит человек, он представитель местной самообороны, он с ножом и с дубинкой. Он имеет право на ношение ножа и дубинки? У него есть удостоверение, может быть? Может быть, есть какие-то основания для этого? Нет. У меня они есть, но я не ношу. У меня нет ничего, вы можете в этом убедиться. Я прибыл сюда на обучение. Я с ножом? Вы что, смеетесь? Ну, посмотрите, меня здесь все видели. Все. Это наши защитники. Вот это наши защитники. А кто вы такие, мы не знаем. И такие вот самозванцы, которые к нам приезжают, им нету здесь места. И мы их никогда не пустим сюда. Но для чего в таком возрасте ехать, проходить курсы милиционера, если он уже милиционер? Это правосеки. Они специально их сюда пригоняют, чтобы нас долбить. Но мы им никогда в жизни не поддадимся. Никогда. Загнали сюда арматуру, можете снять, здесь уже люди носят. Носят арматуру, нас собираются штурмовать. Ситуация накаляется, дальше будет веселее, дальше будет интереснее. Вы слышите, как повышаются тона разговора. Драка уже была. Это, возможно, и повторится. Скорее всего, так оно и будет. Зачем они сюда поехали? Что вы делаете? Прекратите драку, говорю. Я уже драку прекратил. Иванов, начальник милиции.
Да никто еще не в нас никого. Отмывают шахту. Откуда она взялась? Да уже вылетела. Антон, а ты где? Понятно. Вот она вот эту камеру.